Всем привет, дорогие друзья! Это Яркий Фотомаркет, и сегодня мы с вами решили посмотреть презентацию компании Nikon про их новые фотокамеры и сделать живую реакцию на эту презентацию. Вообще, ну, мало того, что есть слухи, и люди, которые, в общем-то, интересуются темой, они, наверное, уже большинство фишек знают, так еще и Nikon уже на официальном сайте рассказал про некоторые подробности своих камер, ну и англоязычные ресурсы, в общем-то, тоже уже подсуетились, но, тем не менее, смотреть живые презентации – это всегда прикольно. Если вы вчера смотрели презентацию Apple, вы знаете, там так все красиво снято, что рука непроизвольно тянется к кошельку хоть что-нибудь купить. Ты думаешь, зачем тебе 10 колонок HomePod? Но уже поздно, заказ оформлен. Фотопрезентации обычно не радуют такой подачи, да, но все равно всегда интересно, как это происходит. Мы с вами будем следить за ней онлайн. Осталось до презентации 2 минуты, ну и давайте пока вообще немножко вкратце поговорим, что нас ждет. Ну, как вы знаете, несколько лет назад компания Nikon презентовала свои камеры Nikon Z6 и Nikon Z7. В целом они получились хорошими, то есть самым важным, что было, это все-таки был новый байонет. Почему-то про это редко вспоминают, но на самом деле самое важное, что было у Nikon, это байонет. А камеры получились в целом хорошие, но были к ним некие, скажем так, вопросы, да, хотелось каких-то дополнительных нюансов. Ну и вот камеры Z6 II и Z7 II, скорее всего, на все эти вопросы ответят, а может быть даже и предоставят нам что-то более интересное. Кстати, обратите внимание, что, по-моему, впервые у Nikon есть двоечка в аббревиатуре. Да? То есть обычно были камеры D1, D2, D3, D4, D5, D6. Да, то есть там и так далее. Не было никогда D6 II или что-то в этом роде. У Nikon была такая историческая тема, когда продолжение камер, которые были лучше, чем предыдущие, но недостаточно, чтобы выйти на новую ступень, скажем так, они назывались с префиксом S. И первые слухи про эти камеры как раз были с префиксом S, что это будет Nikon Z6 S и Z7 S. Но вот впервые Nikon употребил в своем названии циферки 2. Возможно, это даже к лучшему, потому что сейчас столько камер, их все названия перекликаются, и на самом деле человек, который только-только про это слышит, может просто запутаться. Раньше вы приходили в магазин и говорили: у меня Mark II, и все понимали, что у тебя Canon. А сейчас, если ты скажешь, что у тебя Mark II, какой Mark II? Этих Марков II уже очень-очень много. Вот. Но, тем не менее, линеечка, она будет выстроена более интересно, поэтому вот до презентации осталось уже вот-вот, она сейчас начнется. Люди комментируют: привет из Италии, привет из Берлина, привет из Австралии. Всем привет. Не моя презентация, поэтому они меня не услышат. Вот. Но интересно, что сейчас Nikon нам покажет. Я, кстати, надеюсь, у меня звук-то вообще подключен. Для начала я не тестировал его. Ну вот. Нет, я имею в виду сами наушники. Но это ладно. Сейчас разберемся по ходу. Так, Nikon Европа пишет, что будут даже субтитры, но французские. Ну, я думаю, что знание английского языка нам поможет. О, YouTube начал отсчет. YouTube начал отсчет. Минута 51 секунда до прямой трансляции. 2143 зрителя. Я надеюсь, вы, кстати, тоже смотрите эту прямую трансляцию. Если у вас есть свободное время, если вы любите фото или вам просто нравится вся эта около фотографической движухи, простите за сленг, то всегда прикольно смотреть на такие вещи, потому что всегда интересно, как та или иная компания подаст свой продукт. Вот когда Sony, например, презентовала Sony A7S3, мы честно ждали, что Sony немножко будет так, ну скажем, по-доброму поднакивать Canon, да, за свои 8К. Но нет, они просто выпустили, ну, такую достаточно хорошую, но спокойную презентацию. Сейчас посмотрим, что сделает Nikon. Всегда интересно посмотреть на дикторов, на ведущих, что они будут говорить. Вот, 58 секунд остается. Я сейчас посмотрю по уровню громкости наушников. Я, может быть, вот так вот сяду. В общем, если вы сейчас будете слышать звук от микрофона, извините, пожалуйста. Сам волнуюсь.
Онлайн пока смотрит 809 человек. Примера стоял 67 секунд назад. Ну, ехты, моехты. Я, кстати, начинал, можно сказать, с Никона. Поэтому для меня каждая презентация Никона — это такая ностальгия. Очень всегда интересно, что они скажут. Русских комментариев, кстати, практически нет. Так. Ну, готовы? 12 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Ну, смотрим. Ну, Никон, покажи себя. I don't know how Nikon has achieved it, but what I do know is that many of the files that we created should be impossible with older technology. Фотограф не знает, как Nikon все это делает, но получается великолепно. Большой байонет. Abundant Light. Что значит Abundant? The performance of the Z system was spectacular, largely because of the flawless nature of the Nikon glass. That's something that I haven't experienced to date, really. Человек снимает коней, кони прекрасны. The sense of limitation with NSC creates a freedom in your creativity that becomes unbridled. Ну, супер опыт в изображении позволяет, видимо, Никону создать что-то сверх великолепное. Ну, Z Mount System. Ну, хорошо. Давай. Ну, этот ролик был снят, естественно, на камеры Nikon. На какие еще? Еще один отчет. 10, 9, 8. 7. Zero. Это ж не байонет Zero. Байонет 0. Мы слышим костер. Свет очень важен, чтобы построить хорошее изображение. Спасибо. We capture the light, we capture the moment, we capture the atmosphere. This is such an amazing feeling. It's such gold. Мы захватываем момент, свет, это великолепное ощущение, вот это все. As a photographer, you have to capture that one moment that is magic. Ну, захватить один момент — это магия. These days that I remember warmly and try to have the right mindset. Медведь ест Nikon. Stuff like this can't happen. The light and me, we won. When you're standing on a perfect location, on a perfect light, perfect moment, everything is nice, then you have to trust your camera. Когда ты находишься в великолепнейшем месте, и все условия идеальны, ты должен доверять своей камере. To get the perfect shot at the perfect moment, you only have one chance. It's very important to have a camera where you're able to capture the shots that you truly want. You wait for that magic moment. It's always exciting. It never disappoints. A great photographer lives the passion of photography. Stay true to your style, true to yourself. Ну, здесь у нас сейчас показывается некая такая подборка фотографов, которые рассказывают, как важна хорошая камера при разных освещениях. В этом плане у Никона достаточно много фотографов, которые вот, ну, здесь вот есть, например, фотографы, которые показывают вот сейчас свадьбу. Да, и у Никона много фотографов, которые путешествуют по миру, залазят в различные пещеры, фотографируют сталактиты и... В таких условиях, конечно, сразу камере доверяешь. Вот появился Такаши Айхара. Прошло 2 года, и компания Nikon с честью представляет свое обновление. Like
Выражаем респект всем, кто был с нами. Фотографов и видеографов есть сила. All of us at Nikon have been excited to see the incredible images you've been creating and sharing. We believe that images can move the world to a brighter, more positive future. Nikon верит, что изображения могут привести мир к более светлому будущему. New imaging possibilities, bringing a vision to life like never before. Ну и это все показывают эволюцию байонета Nikon с Nikon F до Nikon Z. The Z mount brings enormous flexibility to the way we can design cameras and lenses. Рассказывают, что большой байонет позволяет проектировать более качественные объективы для фото и для видео. Our Z system will help you capture more light, more detail. Ну, система Z позволяет захватить больше света, больше моментов, ну, это такое, вы же понимаете. Два года вы спрашивали, и мы прислушивались к вашим пожеланиям. По-моему, только у него вот боковой план не резкий. Z6 II. Танцевальная музыка, лошади, бегуны. Атомос. То, что вижу, то и комментирую. Ну, пока идут такие просто ролики рекламного характера, но красиво, что скажешь. Мы же все-таки с вами камеры покупаем, чтобы делать красивые изображения, красивые видео. И просто смотреть на характеристики. Хотя некоторые смотрят на характеристики. И делают изображение. О, опять медведь. Медведь клевый. Волчары бежит. Ну, пока еще идут красивые рекламные материалы. Но на самом деле, вот я тут читаю комментарии параллельно. Кто-то пишет, что немножечко скучновато. Не знаю, мне наоборот нравится. Можно посмотреть красивые вещи, которые снимают амбассадоры Nikon. Делают, кстати, большую работу. Ну, показывают, кто это. Рэй Демски. Франсуис Ламоуреукс, я, наверное, неправильно читаю имена, извините, пожалуйста. Натали Пелоссия, Эндрю Барбер, Street Style, понятно, да. Элфини Диалло, это фэшн-фотография, стрит-фотография, фотография дикой природы, видеография, Ричи Чера, Nikon School, тоже Nikon School, Дирк Джеспер, Nikon Product Manager. When it comes to the Z6 II, everything we loved about the Z6 has been carried over. We still get that great 24-megapixel full-frame sensor. Конечно, начинает рассказывать про Z6, что сенсор такой же прекрасный, как и в Z6, прекрасный динамический диапазон, высокое ISO и так далее. Люди просили вторую карту памяти, она появилась, просили грип, он появился, нижняя часть, и появилась более удобная фокусировка по глазам. И теперь в камере находятся два процессора XPeed 6. Things like frames per second are now faster, 14 frames per second. Что дало возможность 4... снимать 14 кадров в секунду и увеличить буфер в 3.5 раза. Кстати, как процессор относится к буферу, это второй вопрос. You have more flexibility to make sure you capture that exact moment
that you want in your shot. Это понятно. The Z6 II also has a new implementation of autofocus, so now you no longer have to go into the menu to adjust it from animal or human. Автофокус улучшился, теперь не нужно переключаться между автофокусом по глазу и по животным. Кстати, на вот этом примере как-то так себе он работает. И можно теперь выбирать не целую область авто, а уменьшать ее, сделать широкую область, чтобы он встречал глаза. Добавили SD-карточку. Так, новые фишки. 4К 60 кадров в секунду, правда в кропе, правда с обновлением, правда в 2021 году. Есть слежение за глазами и за лицами. So for the solo shooter, for the person that's recording themselves in front of camera, it means that you can now more reliably have your eyes in focus. Если вы снимаете сами себя, то камера может лучше за вами охотиться, но, соответственно, вы более уверены в камере. Откидной дисплей был бы, кстати, неплох. Но до сих пор пользуемся системой зеркала. Глаза всегда в фокусе. With ProRes RAW shooting, when you're recording to an external recorder. Можно снимать в ProRes RAW через HDMI. HLG hybrid log gamma format. One of the biggest requests was the option to use a vertical battery grip that had a shutter button and controls on it. Новый батарейный гриб, который зачем-то выкинули в Z6, наконец-то появился в Z6 II, то есть он такой же прекрасный. И держит дополнительную батареечку. А батареечка, естественно, новая, 15C. О, можно заряжать батареечки прямо в гриппе. If you turn the camera off, the lens will automatically default back to infinity, so when you turn the camera back on, your point of focus is moved. This can be quite frustrating, especially if you're setting up a particular shot. But in a Z6 II, you can turn this on so that the lens will always hold its focus in position when the camera's turned on or off. Раньше было так, что когда вы выключаете камеру, линза уходила фокусом в бесконечность, это вас могло немножко фрустрировать. Теперь можно поставить так, чтобы когда вы выключаете камеру и включаете камеру, она находится на той же дистанции фокусировки. Слушай, это прекрасная камера для съемки в темноте, высокое ISO. Автофокус в режиме темных помещений очень сильно улучшился, но это, конечно, надо проверять. You can update the firmware via SnapBridge. This feature means that when there is a new firmware update, it's going to be much easier for you to update your camera to make sure you get the newest. О, теперь можно обновить прошивку через SnapBridge. Раньше, если вы знаете, прошивку можно было обновить только через карту памяти, а для того, чтобы закачать ее на карту памяти, нужен был обязательный карт-ридер. Но это было немножко очень странно. Сейчас можно обновить прошивку, судя по всему, через SnapBridge, это здорово. Мы видим красивые съемки на дроне. Travel photography is always a place of passion. People do that because they love traveling, and photography was for me the perfect tool. Фотографы, которые занимаются travel-фотографией, очень любят путешествовать, и поэтому вот у них получается так хорошо. Feeling of a place, and I think this is kind of the art of travel photography, to show a place with its magic, but still keeping it close to reality. Ну, в общем, стандартные слоганы. Все красиво, все близко к реальности, все замечательно. Always look for something that portrays an emotion and brings people into that area. Пересветы. Nice to have shot of an empty show to roll the way it looks, but it's even nicer to tell a little bit of a story about this region. I've chosen this spot because we're in the mountains. We are at the peak here. We have a beautiful view. The sun is rising above the mountains, and then we have these very iconic horses. They're called Haflinger horses. So during this shoot, we were shooting these horses at sunrise. So that's a moment. Женщина рассказывает, как она снимает лошадей на восходе. And as a photographer, you have to capture that one moment that is magic. So it's really essential to have a reliable autofocus in those moments. Ну и для этого нужен, естественно, хороший автофокус. Вот. В общем, любая сцена нас должна подводить к каким-то улучшениям, судя по всему. Just a little step
here behind the hut to catch the sunrise. And there's this huge panorama and sunrise is happening right here in front of me, so cannot get better than that. In natural environments, вокруг just красиво, like you can see here, это хорошо. Changing light all the time, so now we have clouds, свет постоянно меняется, облака, что-то происходит. Если смотреть видоискатель, то вы все прекрасно видите. Кстати, разрешение видоискателя не изменилось. 3,6 мегапикселей, это в принципе хорошо по количеству точек, но есть уже и 9, если вы помните. And then now you can go to situations that are, you know, after sunset, before sunrise, you can shoot in low light, you can push ISO up to places that a smartphone could never reach. Ну, я расскажу, что автофокус даже в очень сложных условиях, когда солнце садится и становится темно, камера может поймать человека, которого, ну, тот объект, который вы снимаете, а смартфон так не сможет. Слава богам. Also not limit me creatively. In the end, the Z6 II is going to help me enjoy my travels more. It's going to help Z6 может помочь в travel фотографии. I think both things go hand in hand. И будет прекрасно работать и помогать, ну, судя по всему. А теперь у нас идет стайл фотографии. Стрит-стайл фотограф. Documentary. The main focus is fashion, the way how people dress. With the sole aim of finding ways. Ну, человек специализируется на уличной фотографии и как бы за стиль. My inspiration for today's shoot is the location. Typically, when видите, у него одного рукава нет. Subject, I стиль. Always think about the location first and then the outfits and the way how I'm going to shoot. Shooting something different, experimenting with lights, the tones, contrast. Thinking more about the way how I adjust and try new settings on this camera is simply amazing. Интересно, зачем мы дышим? First thing I look for when I'm capturing that moment is the person's outfit. It has to be an outfit that's going to make me want to capture it. Once I found the outfit that I really want to capture, I'll then follow my subject to somewhere where I can compose the image really, really well. Shots looking amazing, and I am super happy with this. Он рассказывает, как он снимает. Пока нет конкретной подводки. So I typically hide behind walls or like structures or maybe trees, and I like to cut. Мы могли бы здесь в комментарии писать тоже людям. Привет в Австралии, заказывайте у нас. Доставка по России бесплатная. Трейдин. Ну, динамический диапазон прекрасен. Это хорошо. Ну, опять же, когда мы говорим про качество картинки, мы, наверное, следует нам сказать о том, что качество картинки-то никак не поменялось. Это та же самая матрица, тот же самый процессор. То, что их стало два, влияет на некую скорость работы. Да, на саму карточку не влияет. Ой, на карточку, смотрю на карточку, говорю. На качество картинки не влияет. А, вот, как раз снимает до 14 кадров в секунду, но, к слову, Z6 снимал до 12 кадров в секунду, то есть прирост есть, но такой. When I shoot street style and backstage, fashion is fast, so I always needed a fast camera whenever I was shooting on the streets. Ну, человек говорит о том, что ему как раз нужна быстрая камера для того, чтобы быстро снимать, потому что он может увидеть какого-нибудь симпатичного человека. Правда, примерно статичный, но тем не менее. You have to think about your camera settings, what shutter speed you might use, the ISO. You also need to think about your overall composition and the environment that you're shooting in and what you want to be seen. Once I've got that definitive shot, the shot that makes me jump up and be like, yes, I've got it. It's the best. Yes, я поймал кадр. Ну, на самом деле, вот выступление стрит-стайл фотографа, оно не подвело нас ни к чему, кроме 14 кадров в секунду. Вот как раз сейчас видеограф говорит, и это очень важно, потому что многие ждали от Никона именно улучшения видео. Давайте узнаем, получилось или нет. Ну, опять идет стандартная подводка, что Дюн-дю-Пиля. Wedding video is комментариях пишут Рип Никон, почему у них все хорошо.
You have to get the perfect shot at the perfect moment, and you only have one chance. And since I have only one shot, I have to be really, really confident in my gear. Это все неинтересно. Давайте комментарии еще пробежимся. Что пишут? The most important thing in a wedding film is to capture the emotion. So, ну, самое важное в свадебной видеографии — это ловить эмоции, надо найти эмоцию и взять тот инструмент, который лучшим образом ее подчеркнет. С маленькими камерами это делать лучше. Кстати, посмотрите нашу распаковку Sigma FP. Она такая удобная, наверное. Very expressive couple, then you know you're gonna have to shoot more dynamically while I'm moving fast. Вообще, самый большой интерес в этом плане как раз именно идет в скорости вообще всей системы. И в первую очередь, ну, в данном конкретном контексте, в скорости автофокуса на видео, потому что мы с вами видели Sony A7C, Sony A7S3, да, в принципе, Canon отлично фокусируется, а у Nikon с этим были, ну, скажем так, не то чтобы проблемы, но он фокусировался похуже. И вот интересно, насколько он станет фокусироваться лучше. Не только на фото, но и на видео, потому что Nikon, напомню, Nikon первые, по-моему, ребята, которые договорились с Atomos'ом для того, чтобы использовать их рекордеры. И когда Nikon были единственными такими, это, конечно, было их гигантское преимущество, когда вы на систему, которая стоила там до 200 тысяч рублей, могли записывать RAW. А с Atomos'ом, в принципе, очень удобно работать, потому что у вас есть жесткий диск, который вы включаете и, и обрабатываете с него. Когда молодожены видят мои видео, они плачут. О боже! Опять, это все такие красивые рекламные фразы. Давайте, обрадуйте нас 10 битами, рамом. And I'm an action and adventure photographer. We're here in the mountains of Tyrol, Stop. Austria, and I've been shooting some trail running over the last couple days. Я что-то пропустил? Part of our running has been on ridges. Слушайте, ну я тут с вами разговаривал, может быть, я что-то пропустил. Человек говорил что-то важное. Я, конечно, знаю, какие там видео характеристики уже. Опять же, презентация-то все уже есть. Но, по-моему, человек не акцентировал внимание на каких-то новинках, а если не акцентировал внимание, значит, их нет. So having a Z6II in my bag, lightweight lenses, reduces that little bit of weight that I can go a little bit faster. Okay, guys, let's go! Давайте, ребята, побежали. For me, a camera is a tool, so I have to completely rely on it and trust it in any conditions. And when it's blowing or there's mud flying around it, I don't want to be thinking about the camera or worrying about it getting wet. Человек говорит о том, что камеры очень хорошо защищены, и даже снимая вот в таких непростых условиях, он доверяет Никону. Ну, кстати, опять же, пока ничего интересного не рассказывают, надо отдать должное, Никон, даже используя матрицы или наработки других производителей, это, в общем-то, не секрет, всегда их, во-первых, доводили до ума и делали, в общем-то, достаточно хорошую эргономику. То есть в этом плане Nikon были, ну, наверное, всегда молодцами. У меня, например, есть несколько вопросов к эргономике Z-серии, но, в принципе, к любым камерам могут быть вопросы. В целом она достаточно хорошая. Но опять рассказывают о том, что есть 14 кадров в секунду, и можно поймать даже какой-то интересный момент. Кстати, вот, например, сейчас обратили внимание, да, человек снимал типа в абсолютно ну, в темноте, а в динамическом диапазоне камера вытащила очень хорошо. Опять. Ну, опять же, пока Nikon презентует свою камеру, наверное, стоит сказать, что уже давно можно снимать 20 кадров в секунду с полного кадра с 2007 года. Правда, там ценник немножко другой. А с корпу можно снимать и 30 кадров в секунду, поэтому, в принципе, 14 кадров в секунду — это хорошо, но не рекорд, скажем так. Но хорошо. Но не рекорд. The perfect shot is always a combination of a couple of factors. Light, super important, and then location is always the basic shot. And the action that just нужно, когда вы умеете это делать.
Ну, опять же, тут, к сожалению, видите, нет привязки к каким-то конкретным характеристикам, да, 14 кадров в секунду, нет, это здорово, в любом случае, но пока так, по сухим цифрам не проходится, все говорят на эмоции, это хорошо. Ну, а теперь как раз человек из Nikon School. А, ну вот как раз вот есть два процессора, которые улучшают все аспекты камеры. Автофокус гораздо более быстрый и отзывчивый, и интеллектуальный, более аккуратный. Ну, вот если вы сейчас видите, ну... Overall performance in this camera went up significantly. You will see that also in the frame rates. With 10 frames per second and a much deeper buffer, this camera is much more capable. Опять же говорят о том, что много кадров в секунду и увеличили буфер. Но если вы знаете, что в прошлый раз, да, как бы говорили о том, что есть XQD карты и CF Express карты, там были какие-то нюансы, что камера не может разогнаться на полную скорость. Вот сейчас смогла, видимо. По крайней мере, обещают до 3,5 раз больше буфер. Две карты, SD и CF Express или XQD. SD, естественно, UHS 2. Камера защищена механизмами со всех сторон. Отлично сделана и подходит для многих даже очень сложных условий. Новая батарейная ручка. Ну, как новая, которая наконец-то получила орган управления, и можно ставить ее вертикально и горизонтально. Через USB-C порт можно заряжать камеру. Ну, это произошло с новой батарейки, и в Nikon Z5 было то же самое. То есть можно использовать несколько батарей, не только в той, которая в камере. Up to 4K 60p resolution. Камера умеет снимать до 4K 60 кадров в секунду, но тут в некоторых кавычках. Раньше можно было только 4K 30. Камера постоянно проходит, выходят новые прошивки, софт меняется, ну и, соответственно, камеры улучшаются. Ну, это новая глава Nikon, ну, это, конечно, рекламный слоган. Плюс Z7 II не только в сенсоре высокого разрешения, но и в очень большом динамическом диапазоне. Ну, кстати, если мы помним, да, то сенсор-то в Z7 такой же, как и в 850-м Nikon. Наверное, 850-й Nikon там в 16-м году появился. В 15-м до 500-й, до 5-й, значит, в 16-м году появился. Ну, мы выходим на новый уровень. Вообще интересно, если будет ли Z6 и Z7 первые обновляться, потому что процессор-то там такой же, да, то есть, ну, типа 2. My name is Konsta Punkka. I'm a Finnish wildlife and adventure photographer. Финский фотограф фотографирует лес. Eastern Finland. Не произнесу его имя, к сожалению. I'm mostly focused on capturing very intimate portraits of Finnish wildlife. I love to spend time with the same animals. Специализируется на анималистике. Capture sort of the secret world of the animals. So now we are on this Секретный мир. Секретный мир животного мира. Он прячется в бункере, приманивает медведя новой камерой Nikon Z. Медведь такой: о, новая камера Nikon, пойду проверю. Говорит шепотом, очень приятно. Нет. Иногда природа дает, а иногда нет. Ты приходишь к природе и говоришь: «Хочу раф!» А она... Медведь ест около Никона. Он демонстрирует, как Nikon умеет увеличивать картинку по табу. Ну, кстати, крутая функция, у всех в телефонах это есть. И почему бы не встраивать ее в сенсорный дисплей, раз они тоже есть.
bear came extremely close. Ну, кстати, фотографии красивые. So, с мишкой. There's different kind of setups you can use. Now I have been using the 1424 новый. Bluetooth connection and the Wi-Fi connection. А можно подключать камеру через Bluetooth, Wi-Fi. И вот, соответственно, фотограф Мишки оставлял Z6 или Z7 не просто так. Видимо, подключал его непосредственно через коммуникационные функции. Ну и снимал медведя. Медведь подходит, а его снимают. Удобно. Раньше, кстати, с этим было много сложностей. Там, люди, которые снимали анималистику, если вы смотрели какую-нибудь золотую черепаху, они там обмазывались грязью, сидели в болоте днями, чтобы сбить запах, чтобы птичка к ним подлетела. Там. А сейчас можно просто поставить камеру, положить еду, отойти и снимать по табу. That's the main thing in my wildlife photography. I have seen a lot of wildlife photography, and it's very documentary style. For me, when I capture the eye contact photos, it sort of brings the animal to life. Говорит о том, что когда есть контакт с глазами у животного, получается прям очень интересный снимок. Кстати, были серии фотографий, кстати, по-моему, тоже от ребят с никонами, где люди просто либо подкармливали медведей, либо прям подходили к ним вплотную. Если помните, кадр был, по-моему, русский даже фотограф снял, где он наполовину в воде, точнее, камера наполовину в воде, наполовину не в воде, и там видно, как медведь ловит рыбу, вообще просто сумасшедшая фотография. Как люди подходят к медведю. Ну, тут пошла креативная фотография. Subject in my work are most black women because I never seen when I grew up the interpretation of the black woman the way that I vision it. So I'm really focusing. Рассказывает женщина-фотограф, рассказывает, что снимает в основном темнокожих женщин. So collage and photography are connected for me. И она специализируется также на коллажах. Если вы обратили внимание, девушка-фотограф сфотографировала по табу. Не спи. Интересная презентация. Нет, на самом деле интересная презентация. Ну, тут, кстати, вот в данном случае надо сказать, что Nikon очень часто как раз сотрудничает с людьми, которые занимаются вот именно каким-то реально сложной фотографией, как я до этого говорил, потому что вот в этих сложных условиях как раз камера должна отрабатывать на все 100%, потому что в данном случае женщина снимает в помещении, да, то есть там в принципе не нужен супер-ультра-широкий динамический диапазон, не нужна какая-то супер-скорость автофокуса, не нужно 14 кадров в секунду, а нужно просто хорошая картинка и удобство. Вот в данном случае, наверное, все-таки позиционируется удобство, и женщина держит камеру вот так. Think ahead of time the way that I'm going to work with her by using the eye detect feature I was able finally to focus on the eyes with no stress anymore. И, кстати, в данном случае ей бы лучше дали бы батарейный блок, вот ей бы это было полезно. Because I was scared to not having the right focus. The result was. Да, еще раз обратите внимание, она фотографирует прямо просто по табу. Ее фотографии выглядят как картины. So in my work I use the word protagonist because I want to move away from the relationship with the photographer and the muse and the model. I want everything in this picture to have a meaning because I felt the story of photography should shift to meaningful content. Это такая, знаете, фотография, когда фотограф, в принципе, смотрите, давайте по-другому. Фотограф вообще не обязан разбираться в творческих, в технических нюансах камеры. Там могут быть эльфы с гномиками, они нажимают на какие-то рычажки, и получается хорошая картинка. И в данном случае просто человек, наверное, позиция была в том, что человек сконцентрирован на творчестве, да, а камера делает все за него. О, как я вывел. Вот эта женщина правильно держит камеру вертикально. I love destination weddings because it's always nice to be surrounded by different people, by the culture. Ну, хорошо быть окруженными различными людьми. Любит снимать в золотые часы, естественно. Кто из нас не любит? This is why I love to travel there.
любит путешествовать. I love the in-between moments when people don't recognize me, when people don't notice me as a photographer, because it has something really ей нравится, magic. Когда люди не обращают на нее внимания, как на фотографа. To be a people person, because we are surrounded by 100, 200 people. They have to have a good feeling if you are there. Ну, к слову сказать, знаете, все-таки, у Никона есть, естественно, электронный затвор, но сейчас вообще в целом беззеркальные камеры уже не так сильно позиционируются, как именно компактные камеры, да, то есть если камеры начинались именно как компактные, то на это делался акцент в сравнении с зеркальными, то теперь многие беззеркальные камеры не компактные, и в принципе компактности от них не требуется. Because it's so small and it's very light and people don't focus on the camera. Камера маленькая, люди не обращают на нее внимания, но, повторюсь, она не очень маленькая. Вот тут надо бы, наоборот, было сказать, что она удобная. Она, вот сам прилив, за который вы держите, он, как, знаете, говорят, никоновский, но, в смысле, когда вы берете зеркальную камеру, а потом Nikon Z, у вас нет дискомфорта. Вот, например, на Sony A7, да, а камера там поменьше, но если вы с зеркалки возьмете ее, вы можете почувствовать, что вам не хватает хвата. У Sony даже есть специальные аксессуары, которые снизу крепятся. То есть, и Sony, например, сейчас камера цвета и увеличивает, то есть каждая новая камера выходящая как раз вот ручку увеличивает, и это совершенно нормальное явление, даже может быть правильное. Женщина говорит, что окружена людьми, и там только два человека, где еще люди, где медведь. Медведь делает любую фотографию лучше, кстати. Если в вашей свадебной фотографии нет медведя, не зовите людей из Никона. Вы, кстати, обратите внимание, что презентация идет уже 40 минут. Фотограф из Швейцарии. Опять, кстати, разговариваем о фотографии дикой природы, опять лошади, опять пейзажи. Фотография природы всегда была страстью. Фотограф использовал фотографию для того, чтобы всегда быть где-то в отдалении, да, двигаться, познавать что-то новое. Извините. Вообще, кстати, надо сказать, Nikon молодцы, что, несмотря что, может быть, темп повествования мог быть и пободрее, или если вы вчера смотрели презентацию Apple, вы понимаете, о чем я говорю. Но Nikon молодцы, что привлекают разных фотографов, вообще вот разных фотографов, чтобы показывать, что камера подойдет в различных сферах и отлично подойдет разным совершенно людям, и камера справится с любыми ситуациями. То есть камера всегда работает, даже в жару, даже в холод, и это здорово. Ну и, естественно, для трейл-фотографа очень важно, чтобы камера была легкой, и объективы были легкими, потому что спина, она одна. The lowest and the highest part in one shot. In landscape photography, it's quite common to go to a place 10 times, 9 times it's, it's okay, and one time. В пейзажной фотографии часто вообще приходится на одно и то же место приходить не один раз, а там 10 раз, может быть, вообще сколько угодно раз. И в этом плане, опять же, легкость вашего оборудования, она вам в этом плане очень поможет. Фотограф говорит, что он не классический пейзажный фотограф, он все время куда-то двигается. То есть классический фотограф, да, там Ансель Адамс какой-нибудь, сидит и ждет один кадр, а он вот ходит. Exactly same как Александр Невский. Until you get this one shot, which you can be proud of.
Ну, соответственно, двигаться надо постоянно, говорит фотограф, для того, чтобы найти ту самую фотографию, которой вы могли бы гордиться. Let us have a look at the Nikkor Z lenses. The base is built around a large Z mount and a short lens, which is the distance between the sensor and the camera's Z mount. Рассказывает о том, что рабочий отрезок стал 16 мм. Это самый короткий рабочий отрезок на сегодняшний день. Рассказывает о том, что больше разрешений, динамический диапазон, ну это, извините, это никакой прямой зависимости. These are premium lenses with the most advanced optics and coatings. Nikon Z линзы очень-очень хорошие. Feature a customizable control ring, for example, to adjust aperture or ISO. Кастомизированное кольцо, на которое, например, можно поставить ISO. Естественно, стоят тихие пошаговые моторы. И они защищены от пыли и влаги. Линзы Nikon — это будущая фотография. Это понятно. К слову сказать, что практически один производитель, даже переходя на новый байонет, не делает какие-то сверхновые объективы, то есть в основном это пока повторение тех объективов, которые уже были. 24-70 2.8, 70-200 2.8, вот только Canon в своих беззеркальных системах сделал 28-70, да, со светосилой 2.0. А хотя до этого, помните, ребята из Samsung, они сделали по 17-50, да, или 18-50, или 16-50, двойка 2.8. Sigma давно сделала 18-35 1.8, зум на 1.8. Для PC-камеры. Кстати, на зеркальные байонеты. Кстати, был хороший кадр. Фотограф показывает, что он использует 70-200 с двумя телеконвертерами, и он раньше, скажем так, с подозрением относился к качеству картинки, если использовать телеконвертер, но здесь качество картинки его полностью устраивает. Ну и система стала гораздо легче, мы уже говорили, это здорово. The most important part about being a travel photographer is still enjoying the experience. Having a system like the set system with me makes it really easy for me to still, you know, immerse myself into the travel experience, not get distracted by carrying too much heavy gear. И носить с собой много тяжелого оборудования. Кстати, вот этот тезис так часто встречается, что хочется спросить, ну, это же ваша уже не первая камера, более того, это не ваша отличительная характеристика, поэтому, мне кажется, вот столько раз обращаться к этому, ну, такое. Опять же, линзы маленькие, легенькие, ну, они не маленькие, но легенькие, можно двигаться. Хорошо. In landscape photography, of course, there is different light situations, and the lens is extremely important. В фотографии есть разные световые ситуации. Incredible job with this new. И Nikon сделал великолепную работу с объективом 14-24-2.8. Он очень легкий, и это очень важно. It has a beautiful 9-bladed aperture, which causes 9-лепестковая диафрагма. Red sun star. And it nearly has no делает 18 лучиков солнышке. The use of filters is also possible with this lens. И можно использовать фильтры. Это, кстати, да, мы об этом, по-моему, говорили, когда делали выпуск новостей, что появились возможность ставить фильтры как спереди, так и сзади гелевые фильтры. So this 7200 2.8 lens is my most used lens. It's my 7200 самая часто используемая линза в моей работе. Ну, мишки снимать можно и даже побольше взять. 70 mm up to 200 mm. It's Но сейчас опять же говорят об оптике, причем об оптике не самой последней вышедшей. I can take tight portraits or then I can take the animals in the. Ну, в принципе, смотрите. Давайте пока отвлечемся от этого, будет что-нибудь интересное, вернусь. А в данном случае Nikon, мне кажется, делает правильно, потому что очень рассказывает про в целом фотографию, про людей, да, это история про людей, которые используют технику Nikon и получают очень хорошие результаты. Во многом это вот мы недавно как раз упомянули презентацию Sony, которая была достаточно такой сухой, да, там просто показали характеристики, но у Sony были просто взрывные характеристики, ну, которых раньше не было. Здесь, естественно, есть дополнительные фишки, которых не было раньше в системах,
Но, видимо, Nikon в своей презентации решили не делать акцент именно на этом, а сделать акцент на людях. Вот мы когда будем подводить итоги презентации, я, наверное, про это тоже скажу. Русских комментариев, кстати, нету. Опять же спрашивают люди в комментариях, будет ли работать со сторонними линзами. Important for me because they are light, they are not frightening the couple when I'm shooting them. The 35 is my favorite lens because you can do everything with it. If you have the ability to каждый фотограф рассказывает, какие линзы ему больше нравятся, что интересно в его работе. В принципе, они об этом уже говорили, просто подводят некий итог. Contrast, the sharpness, everything looks better with the, with this glass. So with the new lens, Nikkor Z 85 1.8, буду рассказывать про Nikon 85 1.8, 7200 Wildlife Low. А почему, кстати, нет? Now Nikon's got the Z series, it's definitely improved the way how I think creatively and experiment in terms of photography. I got into the habit of just using the 85 for almost 95% of my work as well. And now I'm actually using a 24-70. So it's nice to be able to experiment, be more creative. Каждый фотограф рассказывает про свою любимую линзу, у кого-то это 85 мм, у кого-то 7200, у кого-то 14-4, у кого-то 24-70. Вот как раз 14-4 подошел. You're not able to use any kind of lenses anymore because it's too many pixels. А если вы используете многопиксельную камеру, то вы не можете использовать какие угодно объективы, вам нужны только лучшие объективы. Ну и, соответственно, в данном случае люди используют S-Line объективы. Ну, во-первых, они все-таки новые, да, и разработаны на матрицу на 40 мегапикселей. Я думаю, что они разработаны не только на 40 мегапикселей, но и на 60, то есть на поколение, может быть, не одно поколение вперед, так что все хорошо. So I'm looking forward to all the future options. Тут спрашивают, когда можно отправиться в путешествие с Никонами. Ребят, если вы хотите стать амбассадорами, любыми амбассадорами, вам нужно, в принципе, только одно. Во-первых, вам нужно единственное, вам нужно очень хорошо снимать. Либо очень хорошо снимать, либо иметь очень хорошую медийность, а лучше и то, и то. Когда вы умеете хорошо снимать или имеете очень хорошую медийность, обратитесь к ребятам из Никона. Это, кстати, достаточно легко сделать даже через соцсети, и, возможно, Nikon сделает вас своим амбассадором. Ну и, естественно, надо любить технику Nikon. Ну, иначе не получится отдаваться своему делу до конца. Так, вот сейчас есть 6 камер, 16 объективов и 2 телеконвертера. And even though we speak about the next chapter here, this is just one step and the next step in our continuous evolution. Ну, я опять же говорю о том, что это всего лишь еще там новый шаг, дополнительный шаг к тому, чтобы развивать систему. Used in unique ways to capture the content. From flying the Z series cameras and lenses on an FPV drone to getting cinematic shots in locations that a larger system would have slowed down or made the production process difficult. The Z system has enabled us to create without compromise. Z7 без компромиссов. Once you start using a camera and you start seeing the benefit of it, there is no going back. Да, ребят, ну, на самом деле презентация идет уже 50 минут. Можно было, кстати, действительно сделать ее allows me to save energy and just focus on the shot. Больше. I'm really happy with the different options I have now. I really love that option to be able to just go super light, take a Z6II with me, a couple of lenses, and just move fast with the athletes when I'm all alone out there and I have to move quickly. For me, the advantages of the mirrorless cameras is just amazing. Беззеркальные камеры удивительные. Они взяли все лучшее, что было в больших камерах, и поставили это все в компактный корпус. Но самое лучшее — это линзы.
потому что Z байонет гораздо больше, и возможность для проектирования более качественных линз стала гораздо больше. Это, кстати, да. It helps a lot to have all these technical advances. It's better than the way I expected, really. The results are so amazing. It makes your wedding day very easy. We are very thankful to have this camera. Если ты еще с нами, ставь лайк. Color and the image quality, there's something different than what I can see everywhere else, and that feels good. To have a camera system that's reliable on these conditions and just trust the system so much that you can just feel the moment and be in the picture and the scene, and that's the best part. Ну, говорит о том, что очень здорово, когда ты сразу видишь картинку, это тоже правда. Но это, опять же, относится ко всем зеркальным камерам, что вы сразу видите готовую картинку, это очень-очень здорово. Особенно это очень-очень здорово, когда вы либо начинающий фотограф, либо вот у меня какая-то произошла странный момент. Я долго фотографировал на зеркалке, потом перешел на беззеркалке, и так получилось, что вернулся на зеркалку. И когда я теперь фотографирую через видоискатель, у меня почему-то все линии немножко перекошены. А через дисплей нормально. That even myself today, I had to process what you said. Меня в голове на экран. The entire experience was for me. I was entering. Ты вошла в новый мир фотографии. Согласен. Z6 II, Z7 II, Z-серия. Добро пожаловать в следующую главу. Так, я буду сейчас, подожди. Буду здесь. Я буду в этом углу. То есть я буду вот так делать. Опять показывают этих прекрасных людей. Если честно, их показывают уже достаточно долго. Рассказывают они примерно про одно и то же. Вот пишут в комментариях: браво, спасибо, Никон, интересно. Большое спасибо, Никон. Прекрасная презентация. Кстати, вы заметили, да, менталитет. Хорошо, здесь нет русских комментаторов, которые бы написали что-нибудь хорошее про ваших родителей. А менталитет приятный, люди просто все благодарят за хорошую работу компанию Никон. Ну, опять же, по большому счету, это даже такая не совсем, вообще, даже, наверное, мало похоже на презентацию. Это больше похоже только на мини-документальный фильм, где собрали разных людей, просто дали им камеры, они ходят, снимают и красиво снимают, кстати, много с дронов. Ну, используя дроны, я не знаю, наверное, на них не снято, но используя дроны. Ну, кстати, трансляцию так и смотрят примерно 1200 человек за все время. А, тут вопросы: 14 FPS Z6 II в RAW или в JPEG? По-моему, все еще в RAW, да, но в 12-битном, и, по-моему, раньше был лог по точке фокуса. Ну, еще раз говорят, большие плюсы — это Bayonet, Abundant Light и Ultimate Image Experience. И, наверное, это все. Capture Tomorrow, Nikon. Вы, кстати, говорите Nikon или Nikon? Hitman или Heitman? Слушайте, ну, вроде бы все. Все закончилось. Да. Ну, давайте я сейчас подытожу. Выключил. Ну, смотрите, мы с вами посмотрели достаточно длинный, а именно 55-минутный презентацию компании Nikon. Как я уже говорил, Nikon в большинстве случаев сосредоточилась не на показателях, техники, что появилось нового. Об этом как бы упоминалось, но не очень много. Возможно, потому что Nikon уже выложил официально пресс-релизы своих новых камер. Возможно, для того, чтобы просто продемонстрировать людей. Ну, давайте я подытожу свое мнение. Вообще,
Z6 II, Z7 II, что нового-то в итоге вышло? Два, это два процессора, это две карты памяти, и это, по большому счету, ускоренная производительность. Из того, что появилось, чего раньше не было, это 4К-видео со скоростью 60 кадров в секунду. В Z7 оно идет сразу с небольшим кропом, там 1.08, по-моему. В Z6 он появится 4К-60 кадров в секунду в феврале с кропа. Ну, как в S1, собственно, в Panasonic, да? Можно подключать внешние рекордеры. 10 бит в себя писать нельзя, нужно писать только через HDMI. И там на допервью была забавная информация, что если вы хотите писать RAW, вы можете это делать, но в Full HD вы можете это делать, а со всего сенсора, а в 4К только с кропа. Z6, по-моему, так. Опять же, камеры придут, мы их тоже посмотрим, обязательно сделаем распаковки, обязательно сделаем обзоры. Сейчас, наверное, как вам сказать, какие мои впечатления? Давайте так вам расскажу. Ну, вообще, мне кажется, очень жалко, что Nikon ушли от аббревиатуры S, потому что все-таки эти камеры похожи на Z6S и Z7S. Это такая некая хорошая проделанная работа над ошибками. Больше всего мне понравилось из того, что я услышал, чего я не знал, это то, что можно обновляться прошивкой через приложение, потому что раньше с этим были забавные, ну не забавные проблемы, но с этим были некие сложности. Это здорово. То, что камера стала в целом быстрее, во-первых, надо посмотреть, насколько, потому что, ну понятно, мы видели бегающих людей, лошадей и всякое такое. Но вот, например, для меня, как для фотографа, который любит фотографировать людей, очень важно именно фокус по глазам. То есть мне вот хочется, чтобы вот этот вот квадратик, да, который был, там показывают презентации, где квадратик как немножечко ходит, вы двигаете, он так за вами немножечко, хоп, двигается. А хочется, чтобы он прям, знаете, приклеивался к вам и двигался с вами вместе. Что, например, показывает Sony A7C, что показывает Sony A7S3. Особенно на видео это очень выглядит впечатляюще, вообще продающая функция, только одна эта функция вообще продает камеру, по большому счету. Если у вас не было Z6 и Z7 камеры, по стоимости они стоят столько же, по-моему, сколько стоили Z6 и Z7, а именно $2000 стоит Z6 и $3000 стоит Z7. Но в этот раз обратите внимание, вам не надо сразу, если вы не хотите покупать XQD-карту, которая стоила очень достаточно дорого, или бы у вас уже были SD-карты, и вам не нужно покупать карт-ридер. Абсолютно для того же. Так что, в целом, если у вас не было Z6 или Z7, и вы хотите взять себе Nikon, у вас был зеркальный Nikon, то это отличный вариант. Если вы уже обладаете Z6 или Z7, то переходить или не переходить, вам надо подумать, потому что прям настолько крутых функций, которые прям заставят вас перейти, ну, на самом деле, я вот лично для себя не увидел. Только если вы не снимаете что-то очень скоростное, или вам не нужно вот это самое видео в 4К, которое в ближайшее время появится. Да, наверное, все. Мы и так достаточно долго смотрели эту презентацию. Я надеюсь, она вам понравилась. В целом, она была симпатичной, но, конечно, про технические характеристики лично мне хотелось бы чуть-чуть побольше. Но, в целом, большое спасибо, что вы были с нами. Если вы, опять же, а если вы дошли до этого момента, то и колокольчик поставьте, потому что мы целый час смотрели с вами эту презентацию прекрасную. Спасибо вам большое. В ближайшее время мы вам покажем еще много всего интересного, в том числе и от компании Nikon. Благодарю вас большое за просмотры. Всем пока.